Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре Kia Rio 2020 года выпуска. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 литра на автомате. У него всего лишь два владельца, технически полностью обслуженный автомобиль без каких-либо вложений. Сейчас я вам покажу салон. Как вы можете заметить, состояние дверных карт и сидений отличное. Также в передней части весь пластик в идеальном состоянии. Руль как новый, все кнопки как новые. У автомобиля очень маленький пробег. У нас имеется неплохая комплектация с кондиционером. Также здесь USB разъем, два прикуривателя, подогрев передних сидений, обогрев рулевого колеса, обогрев заднего стекла, штатная мультимедиа, кожаный мультируль, курсовая устойчивость, помощь при торможении, полный электростеклопакет, блокировка стекол, центральный замок, электрозеркала с обогревом. Сейчас у нас двигатель запущен, работает идеально ровно. Пробег составляет всего лишь 44 тысячи километров. А если вас заинтересовал этот надежный корейский автомобиль, приезжайте к нам в автосалон «Столица». Он находится на Песочной, 48. Здесь вы можете провести на нем тест-драйв, посмотреть вживую. Также можно приобрести любой другой автомобиль по системе трейд-ин в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.